Однажды я услышала фразу: «Они для нас тройница в жизни, а мы для них и есть вся жизнь». Пожалуй, лучше и не скажешь. В наших силах лишь делать все возможное, чтобы эта жизнь была наполнена любовью и счастьем. Собаки бывают разных пород, мастей и размеров. Они наши самые верные и преданные друзья, а мы учим их хорошим манерам. Собаки всегда думают о нас. Правда, иногда и о беконе. Все они каждый день провожают и встречают нас у порога в уверенности, что пока им есть кого облизывать и любить, в их жизни есть смысл. Ваша жизнь с появлением питомца моментально меняется и наполняется смыслом. С ними никогда не бывает скучно. Они знают про верность все. У нас на глазах они становятся взрослыми. Они доверяют нам. Они готовы за нами идти на край света. Заводите себе хвостатых друзей. Но помните, мы в ответе.